Предположим, что тележка съезжает с наклонной плоскости и передвигает лежащий у ее основания брусок. Говорят, что тележка совершает работу. Действительно, она действует на брусок с некоторой силой упругости, и брусок при этом перемещается. Если тело может совершить работу, то оно обладает энергией. Энергию обозначают буквой «Е». Единица энергии – джоуль.